Международная конференция «Каталитическое обновление тяжелой нефти» проходит в стенах университета впервые. Партнерами мероприятия выступили компания «Зарубежнефть» и Российский научный фонд. На конференции представители Казанского университета рассказали о результатах передовых исследований. Это новое направление нефтехимии, в котором Казанский университет занимает лидирующие позиции в России и в мире. Нашими коллективами, несколькими лабораториями разработаны принципиально новые реагенты для повышения нефтеотдачи. Это так называемый катализатор экватермолиза. К участию в конференции приглашены профессора университетов Китая, Ирана, Индии, Кувейта, Мексики, Венесуэлы, Кореи, Индии, Ирана. В первый день свои доклады представили ряд ведущих специалистов, в том числе специалист из Мексики Хорхе Анчита. Спасибо всем, кто присутствовал на данной конференции. Я являюсь одним из ведущих специалистов в области добычи тяжелой нефти и индустриальным партнером АО «Зарубежнефть», с которым КФУ давно и успешно сотрудничает. На второй и третий день запланированы выступления молодых ученых, которые расскажут о своих разработках. Напомним, международная конференция «Каталитическое обновление тяжелой нефти» проходит в стенах института с 24 по 26 ноября. Отметим, каталитические технологии добычи и переработки тяжелой нефти стали главной темой форума «Раскатались» этой осенью в Казани. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.